Итак, мы с вами посмотрели все, что я планировал показать вам. Хочу еще раз напомнить, что это видео сделано не для того, чтобы вы рекламировали наш Atomy бизнес, хотя иногда в виде исключения вы можете дать его серьезному кандидату. Главная же задача этого несостоявшегося вебинара заключалась в том, чтобы помочь разобраться тем, кто уже стал партнером Atomy. Помочь увидеть этот чудесный бизнес моими глазами, с высоты моего опыта в индустрии MLM. Тем более, что несколько дней тому назад, 6 декабря 2020 года, исполнилось 28 лет, как я познакомился с этим чудом, с сетевым маркетингом. Я называю его девятым чудом света. И я быстро понял, как мне повезло. Я еще в то время не зарабатывал ни копейки. Я находился в самой жесткой сетевой компании на рынке. Но я уже знал, что заработаю когда-то свой первый миллион долларов. И это случилось примерно через 5-6 лет. А потом был второй миллион, еще через 5-6 лет. А потом я оставил работающий сетевой бизнес моей первой супруге после нашего развода, будучи уверенным, что за 1-2 года я найду что-то еще лучше. И я его нашел. Правда, не за 2 года, а за 12 лет. Это был Atomy. Спасибо Игорю, моему спонсору. В заключение хочу пожелать вам постоянно работать над собой, чтобы в итоге овладеть техникой позитивного подхода. Как к бизнесу, так и к жизни. Это означает умение развернуть любой негативный факт в вашей жизни или в бизнесе, или любое случившееся событие, на которое вы не в состоянии повлиять, чтобы негативная ситуация сработала для вас позитивно. Не просто не расстраиваться из-за чего-то негативного на первый взгляд, хотя этому тоже важно научиться. Но берите глубже. В каждом негативном событии или факте кроется дополнительная возможность. Возможность, которую просто надо первое – разглядеть, второе – использовать с выгодой для себя. Этому, как и всему другому, можно научиться. Читайте умные книги, используйте чужой опыт и двигайтесь вперед с той самой скоростью, с которой можете. Не надо соревноваться с другими. Мы все разные, и возможности, и способности у нас тоже разные. Но соревнуйтесь сами с собой. Не позволяйте себе убивать время, ибо это самое ценное, что есть у каждого из нас. Я забыл, когда я последний раз смотрел кино, ибо то, чем я занимаюсь сейчас, намного интереснее любого фильма. Это возможность с полного нуля построить международный бизнес, который будет приносить вам пассивный доход. То есть ваш банковский счет будет пополняться 24 часа в сутки, даже тогда, когда вы спите. Это и есть главная цель успешных людей – создать нечто, что будет приносить вам деньги 24 часа в сутки. Оказывается, что благодаря Atomy, которая реально переписывает историю сетевого маркетинга, этого можно достичь без копейки инвестиций. Всем успехов и удачи! Будьте благополучны и берегите себя. Пока!